И вот возникает, продолжаем эту тему, и вот возникает естественный вопрос. Ладно, хорошо, говорит человек. Вы такой опытный и умный, Олег Григорьевич. А как научиться тогда продавать-то? Что мне делать конкретно? Как мне научиться делать этот бизнес? Я, говорит мне человек, благодаря вашим словам, в какой-то мере осознал, что я не имею права рассчитывать на успех серьезный в самом начале своей сетевой карьеры. Я осознал, говорит мне человек, что негативная реакция моих друзей на мои предложения, которая иногда встречается, это следствие того, что я чего-то не понимаю. Я понял, я благодаря вашим словам понял, до меня дошло, что если у меня что-то не получается на начальном этапе, то это означает, что я просто чего-то не знаю, чему-то не научился, чего-то не понимаю, что-то мне не открылось, а не потому, что бизнес плохой. У меня не получается. Я осознал, говорит мне человек, до меня доперло, что все мои проблемы на начальном этапе, когда некоторые люди не реагируют на мое предложение так, как мне бы хотелось, связаны не с тем, что плохой бизнес или продукт, или индустрия, или вообще тема сама по себе, а дело все в том, что я не являюсь профессиональным человеком, и стоит мне только подучиться, у меня все пойдет. Вот это я наконец понял. Раз я это понял, то я не буду дико разочаровываться на начальном этапе, валяться в песке от горя по земле, разочаровываться и выходить из этой темы через неделю или через месяц, а буду понимать, что мне просто надо наловчиться это делать. Теперь у меня вопрос к вам, Олег Григорьевич. А как наловчиться? Это куда-то мне надо ехать, это мне надо где-то учиться, это мне надо какие-то что-то покупать, какие-то действия совершать героические. Если вы находитесь в хорошей компании, с хорошим продуктом и с хорошей системой сбыта, организованной, если у вас толковый спонсор, который зарабатывает деньги, то тогда вам просто. Вам нужно просто слепо копировать то, что делает успешный человек. Спросите своего спонсора, непосредственного, того человека, который вас пригласил. Если он новичок, если он только начал, как и вы, или чуть-чуть старше, и вы однозначно и ясно понимаете, что он еще не профессионал и не зарабатывает, обратитесь к вышестоящему, не стесняясь, потому что вы же пришли построить свою жизнь, поэтому стесняться бессмысленно. Пройдите по этой цепочке вверх, добейтесь, договоритесь, попросите вышестоящих, покажите мне человека, который реально имеет успех, реально зарабатывает, я хочу с ним переговорить. Знайте, что все серьезные успешные сетевики жаждут, когда их снизу кто-то ищет. Когда появляется вот такой вот настырный, пробивающийся в этой жизни человек. И переговорите с ним, покажите мне, как мне действовать, расскажите мне, сколько вы зарабатываете денег, как это все выглядит. Я хочу догнать вас по результату. Это что касается тех людей, которые работают не со мной. Я не знаю, как там дальше все устроено в ваших компаниях, и не берусь вам давать конкретные рекомендации. Но суть моей рекомендации, повторюсь, состоит в том, что нужно обратиться к зарабатывающему серьезные деньги спонсору, ну, деньги, которые вас вдохновляют. Если вас вдохновляет $1000 в месяц, если вы готовы поставить себе такую цель и дойти до нее как можно быстрее, то найдите человека, который дошел туда за месяц, за год, за 10 лет, неважно, он зарабатывает эти деньги, вам нужно быстро освоить этот бизнес в таком масштабе, чтобы вы получали тоже. А потом двигайтесь дальше. 2, 3, 5 там тысяч, сколько вам надо.
А для тех, кто работает со мной, в моей команде, в моей компании, то я могу сказать все, что у нас все просто. У нас есть система, то есть такой набор инструментов, таких, созданы такие условия для любого человека, который входит в наш бизнес, чтобы человек просто за мизерные деньги приобрел себе этот инструмент, систему, и начал делать простые вещи. Весь секрет в том, что все на самом деле проще, чем мы думаем. Вот поверить в то, что это просто, вот в этом и есть весь секрет и весь, вся сложность. У нас система простая, у нас у каждого есть свой собственный сайт в системе ПрагТВ. И наша работа состоит в том, чтобы направлять на этот сайт, на свой собственный персональный сайт, который мы получаем, направлять туда людей. А там уже система последовательно, пошагово, по принципу от простого к сложному, информирует в нужное время, в нужном объеме информации ваших людей и доводит их до нужной кондиции, для того, чтобы они приняли правильное решение. Они или принимают это решение, или нет. Ваша задача – наполнять систему своими людьми. Ваши люди – это ваши друзья, знакомые, родственники, соседи, сослуживцы, одноклассники, все, кого вы знаете, с кем вы знакомитесь каждый день. Вы наполняете свою базу знакомств и разговариваете с людьми. Не получится зарабатывать здесь деньги, не разговаривая с конкретными людьми. Надо разговаривать с конкретными людьми. Все. Вам нужно научиться делать свою работу. Разговаривать со своими людьми, говорить им коротко, вызывая в них желание узнать больше об этой теме, об этом бизнесе, об этой возможности. Говорить надо о бизнесе, говорить надо о возможности зарабатывать деньги на продвижение вот такого товара. Продавать надо возможность, продавать надо бизнес и приглашать людей на свой сайт. Вот, собственно говоря, если вы сумеете этому научиться, а научиться просто, у нас в системе ПрагТВ есть тренинги, они записаны все до единого в архиве, их там уже сотни, пересмотрите все тренинги, наполнитесь этой информацией, научитесь приглашать и каждый день делайте эту работу, сидя дома за компьютером. Вы станете через год богатым человеком, как многие мои партнеры и товарищи по бизнесу. У меня есть в команде люди, которые зарабатывают и $1000 через месяц, и две зарабатывают, и по истечении полугода, года, 14 месяцев мы всего в теме, зарабатывают и 10 тысяч, и 15, и $20000. Поэтому, ну, есть люди, которые зарабатывают и 200, и $300 в месяц, и 500, и 400. Все зависит от того, какие цели ставит человек и насколько он серьезно готов их воплощать в жизнь. Все настолько просто, что вы даже себе не можете поверить. Но вот эта простота, она доходит не до каждого, потому что люди оторваны от системы, сидят дома, как бы не от системы оторваны, а предоставлены сами себе, варятся в собственных размышлениях, не видят вокруг себя реальной ситуации и сомневаются в том, что говорится на тренингах, на обучении у нас в системе ПрагТВ. Удивительное дело. Ну и потом люди не могут выйти из состояния бесконечного обучения. Люди не принимаются за работу. Большинство людей откладывает конкретные действия на потом, на завтра. А конкретные действия простые. Бери телефон, садись за скайп и начинай разговаривать с людьми. Не получилось с одним, пробуй по-другому немножко с другим.
Но суть всегда одна. Надо разговаривать с людьми, говорить надо возбужденно, коротко, интригующе, по-доброму, говорить надо правду и ставить перед собой конкретную цель. Надо иметь одну единственную цель, чтобы твой друг заинтересовался и захотел.